Фигура называется колокол. Это элементы купольной акробатики, специально для показательных выступлений отработано. Этот самолет образца 1928 года. Древний самолет. Это ретро, можно сказать. Участник войны. Был сформирован полк, женский полк под командованием Гризодубовой. И летали на нем девушки от вашего возраста. И моложе, с 18, и там 22, и далее. Целый полк летал. Летали только ночью. Бомбили немцев. Немцы боялись этот самолет, и девушек называли ночными ведьмами.